Skoda Rapid. Именно этот автомобиль предстоит сегодня изучить народным экспертам автопанорамы Надежде Василевской и Александру Васько. С первого взгляда наши тест-пилоты из народа отметили совершенно новый стиль Skoda. Консервативен, строг и элегантен. Ровные сбалансированные очертания от капота до багажника и ничего лишнего. Skoda Rapid. Небольшой, городской, компактный автомобиль. Дизайнерами был разработан совершенно новый образ, что говорит нам и сам фирменный знак Skoda, который стал одноцветным, хромированным, без единого зеленого пятнышка. Перемещаясь к багажному отделению, наши народные эксперты были приятно впечатлены, насколько оно огромно. Лифтбэк – так называется этот способ открытия. Пустынное пространство за задними пассажирскими сиденьями. Ни карманов, ни шлеек для крепежа багажа. Даже сеточек для мелочей не оказалось. Закрывается крышка багажника подтягиванием бечевки. Как отметила Надежда, можно смело отправляться в дальнюю поездку за покупками, на дачу, либо на природу или пикник. Очень просторный автомобиль, удобен. Очень много различных кармашек. Он удобен как спереди, так и сзади. В салоне автомобиля наших народных экспертов порадовала регулировка руля по вылету и наклону. Эта приятная находка очень пригодится в дальних поездках. Вся эргономика автомобиля под руками, удобно, лаконично, дизайн скромный. Ничего не выделяется, ничего водителя от дороги не отвлекает. Вся информационная составляющая перед глазами. Вся эргономика Rapida интуитивна и функциональна. Любая кнопка читаема и понятна. Как отметил Александр, пластик салона приятен на ощупь. Сенсорная мультимедийная панель на консоли приборов придает роскоши брутальной простоте. Все стыки выглядят аккуратно, зазоры между деталями минимальны. Показания приборов считываются без проблем, никакой лишней информации. Ширина салона с трудом позволяет уместить трех пассажиров на заднем сидении. Слишком высокий центральный тоннель посередине. Зато колени не упираются в сиденье, салон достаточно длинный. Подвеска очень мягко и почти бесшумно проходит неровности, только на самых крупных издает мягкий приглушенный звук. Также наших народных экспертов порадовала динамика небольшого мотора. Особенно чувствуется разгон на второй передаче. На приборной панели присутствует помощник переключения передач. Мелочь, а приятно. Итак, подведем итоги народного теста автопанорамы. По мнению Надежды и Александра, Skoda Rapid оказался компактным и современным городским автомобилем гольф-класса.